Баранин понимал великолепно, что если набрать партийцев в правительство, это добром не кончится. Вот, потому что вот начинается. Хотя внутри партии любой, вот даже внутри ПАС есть очень большие противоречия между людьми, которые сейчас обижены, кого-то не туда назначили, кто-то хотел большего чего. Это нормальный процесс. Накидывались на назначение президента. Ну, я не вижу ничего катастрофичного, если там пресс-секретаря назначили родственника президента. В конце концов, его не назначили на... Если бы назначили на Министерство финансов или на таможню, да, я бы сказал, что родственника поставили на денежные потоки. А это, в принципе, как бы назначили на работу. Вот. Но все равно есть вопросы к назначениям. Конечно, есть вопросы по назначениям, потому что есть такое вот какое-то очень сильное устремление. И это говорит о слабости власти. Когда человек боится поделиться властью, понимаете, то есть набрать технических, более-менее толковых специалистов, а без них править нельзя, и Воронин это прекрасно понимал. И Плохотнюк это понимал. Можно их ругать, не ругать, но они прекрасно понимали, что дураки... Между прочим, здесь хочу сделать маленькое замечание. Не смогут управлять.